Когда-то ты сидел, я тут как-то в кусты так ушел, когда шрус сломался. Так, друзья, идем. Сейчас серьезные джиперы покажут оффроуд. Вот тут две Нивы, два УАЗа нас ждали. Это новые методы, так мы еще тут не ездили. Выехал. Сейчас. Руки не вывалило. Ударился? У тебя же гидроусилитель. Ну, я. А, вот тут ударился когда? Не, в порог мне аж колосу вырвало. Макс едет. Думаю, у Макса тут не должно быть проблем никаких. В феврале мы тут катались последний раз. Тут единственный выход только. Колея немножко, ну. Так, УАЗик в стоке. Ну, почти там не хватило клиренса чуть-чуть. Нашел хорошо. Стой. Давай. Столкнул. Стой, стой. Назад дальше чуть-чуть. Еще назад. Руль надо в сторону, руль. Не, такой бампер как в Виллисе. Чуть не проехал. Так, тут размотали. Сейчас Ниву. Потом УАЗик. Ну такое, начало хорошее тут, конечно. Так, сейчас Макс потихоньку Ниву попробует вытащить. Ого! Разваливается? Стой, стой, стой! Развалили Ниву. Разорвали Ниву, да? А не мост, не мост, а кузов. Ну я говорю, колоса под машиной. Подразорвали немножко. Так ты не вовод уже или что? На ближайший месяц я имею в виду. Футболка красивая, актуальная. И даты почти попадают. Чуть-чуть не это. Сломали, блин. Ну, даже чисто. Мажор, да не, даже в машину не садится, смотри. Я решил пойти сесть. Сань, подожди, не газуй, Сань, подожди, Сань! Саня! Ну, сзади, да. Нарушили немножко конструкцию. Что-то Макс тут чуть-чуть присел. Сейчас за УАЗик по... Макс! Макс! Не слышит. Макс! Скажи, чтобы за УАЗик подлебедился, Яна. Сейчас подлебедится за УАЗик. Неуда.
Макс лебедится за застрявший УАЗик. Ого, там болото. Ушел зад полностью. Крис будет ехать. Не, уже не будет. Крис уже тоже приехал. Ниву не видит. Крис, Нива! Очень тут хорошо, я вам скажу. Ого-го! Назад попробуй! Назад попробуй! Провалился уже там. Макс поедет сейчас. А где руки помыть? У тебя нет умывальника в УАЗе? По-моему, нет. Есть, по-моему, вода, но посмотрим. Такое начало ничего. Это классический наш маршрут. Помогай! Крис идет. Пытаюсь отмыть руки, но пока ну чуть-чуть отмыл. Так, там лебедятся. Выехал. И 69-й тоже выехал. Так, Макс. Аж солнце вышло. Крутящий трехлитровый бензин у Макса. Ниве надо вернуться, да. Сюда на чем попало, не поедешь.
Да, газует сильно. Веталь, это тебе и сайт сразу продали вместе с Нивой или что? Это сайт продали, а Нива в подарок. И бизнес отдали, лишь бы купил только. Не, дискиниковка, мегалюм называется. Чувак, и бизнес все отдал. Все отдал, да? И стул, отдал. А стулья тоже? Конечно. Ого, какая модная внутри. Да где ба? Нож есть, смотри. Все тут. Не, ну хорошая. Ну сделано, я смотрю, под крылочки, все красиво. Там FJ. Так, FJ все в том же месте присел. Ого, Веталь, как ты оделся. Видно, что у человека Нива сразу. Это на патрулях мажоры, да, вот эти? Посмотри, как на Нивах люди укомплектованы, Крис. А я стоял вот так, я гадал к нему, мне надо справа бонюсь, мне надо меня сзади вперед, я вам поставил. С таких позиций, пока я пришел, пока пошел, уже. Он проедет. Это ж не патрол говно, это нормальная машина, начинаешь. Не ожидал? Нет. Плюс, я голодный. Ты все мою еду сожрал. Так, FJ за 69-м, а там Леня еще, Андрюха не поедет, сказал. Возьмет и проедет. Леня, не копай, нам все назад ехать. Леня взял и проехал. Там, где все застряли. Красавчик вообще. Еще и с дрифтом, да? Люди обычно проезжают там, если распяли. Там все легко едут, то я... Люня уверена. Все, пока. Меня подожди, стой. Стой, я зайду хоть. Тут я еще не ездил. Стой, я за что-то держаться. А, ездил давно, только аж забыл. Да, только давно. В Нежине, да, было дело. Нежин был хороший. Так, собака-барабака. Это, блин, оффроудная. С грудного возраста в оффроуде, как слепого дети практически, да? Ну. Так, сейчас. Мы его еще потом научим лебедку таскать. Так, подожди. Подожди, я выйду. Я тебе расскажу, как ехать. Я знаю маршрут. Не-не-не-не. Лучше сразу подправо. А, можно по диагонали, только надо вот там вправо уйти сразу. За мостом. Сразу за вот этим спрыгиваешь и вправо на как можно правее. Там, где выезд, типа. Да, сейчас я спрыгну, подожди.